аварии пострадал мужчина и о ходе строительства нового парка. Об этом не только прямо сейчас. Меня зовут Алсу Юматова. Добрый день. В Нижнекамске снова утонул человек. Трагедия произошла на Старой Каме. Двое рыбаков отправились на противоположный берег реки, но на обратном пути лодка дала течь. В итоге рыболовы решили пересечь реку вплавь. Для одного из них это решение и стало летальным. Обнаружить тело 50-летнего нижнекамца удалось спустя пару дней неподалеку от берега у садовода, у садоводческого общества «Стройиндустрия». Наезд на пешехода произошел на улице Корабельная. Водитель Нивы не уступил переходящему зебру пешеходу. В результате ДТП 50-летнего мужчину доставили в больницу с предварительным диагнозом. Тупая травма живота, сотрясение головного мозга и перелом верхней локтевой кисти. В Татарстане продолжается год парков и скверов. В связи с этим в городе облагораживают несколько территорий. Первым в списке стоит парк имени Тукая. Всех секретов проектировщики пока не раскрывают. Известно, что при его строительстве будут учитывать творчество татарского поэта и близкое расположение центральной городской библиотеки. Хоккеисты «Нефтехимика» прибыли в Болгарию с 1 по 11 июля. Дружина Крикунова проведет там предсезонные сборы. На побережье Черного моря полетели все основные игроки, а также несколько молодых хоккеистов. 12 числа команда вернется в Нижнекамск, где до конца июля будет продолжать подготовку к новому сезону КХЛ. Ну, я напоминаю, что связаться с нами можно по телефону 077-41-13-13. Также присылайте свои сообщения на наш сайт ntrtv.ru. Оставайтесь на канале НТР. Не прощаюсь.